Певец Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе более 3 миллионов рублей. Об этом заявляет телеграм-канал «Звездач». Издание подчеркивает, что общая сумма задолженности исполнителя перед ФНС составляет 3 324 230 рублей и 13 копеек. Других деталей не сообщается. В июле «Звездач» писал, что долг Киркорова составлял 2 миллиона рублей. При этом отмечалось, что его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 14 миллионов рублей за год. Через этот бизнес исполнитель участвовал в мероприятиях по госконтрактам, которые принесли ему свыше 4 миллионов рублей. Как пишет издание, в 2021 году бизнес Киркорова задолжал латвийскому банку 140 миллионов рублей. Однако тогда все вопросы смогли урегулировать с помощью адвоката. В 2019 году ходили слухи, что ФНС заблокировала счета поп-артиста из-за задолженностей. Но налоговая опровергла сообщение, отметив, что артист чист перед ФНС.